Привет, ребята, привет, княженцы, привет, милые дамы, всем большущий приветище. Ребята, ну что, только что, короче, я посмотрел очередное видео Ольги Уралочки, я думаю, вы тоже уже его лицезрели. Короче, мы посмотрели и наелись, да, и наелись и макаронами, и окрошкой. Хотел до этого себе окрошку приготовить, но после такого приготовления, после вот этого, что там получилось в тарелке, я, короче, как-то насытился, и, в общем, окрошка у меня теперь вызывает какие-то отталкивающие ассоциации. Короче, я не хочу больше окрошку. Не знаю, как вы, вам, если понравился тетя рецепт, пишите про это в комментариях, что вообще по этому поводу думаете. Ребята, наконец-таки тетя Оля вышла в эфир, Во-первых, вот касаемо ее блюда и касаемо всех вот этих комментариев ее, комментаторов, обзорщиков и прочего. Значит, макароны такие, я хотел сначала назвать лицемерные, там, да, но не стал называть этим словом лицемерные макароны, а в общем хорошие, нехорошие, как бы так можно назвать этим словом. Значит, тетя Оля решила приготовить после, как говорится, три дня у нее был ремонт, да, ребятки проголодались, в холодильнике уже старенькая еда, старенькую еду неохота есть, охота что-то новенькое, горяченькое, причем я как-то думал, там в режиме нон-стоп еда готовится после за дня в день. Ну, что там такого нету, что что-то там старенькое было. Там, наверное, старенькое особо не залеживается в холодильнике. Хотя нет, тетя Оля говорит, что это вот нападки какие-то непонятные. Ладно. Значит, готовить вермишель. Как бы в то же время канал тети Оли, ведь он не кулинарный, оказывается. Я до этого думал, он кулинарный. Я как бы вот про эти все моменты думал, вот как она готовит не так, еще что-то не так, рецепт не такой. А оказывается, тетя Оля говорит, канал-то не кулинарный у нее. А, ну не кулинарный, так не кулинарный. Так, значит, и будем называть. Это не кулинарный. А так просто, ну, любительница готовит. Да, тетя Оля, короче, решила приготовить макарошек. При этом, что канал не кулинарный, как бы, а рецепты мы выкладываем интернетом, да, ну, может, кто-нибудь не умеет, например, там, да, или выучит, как макарошки делать, там, вот вы, женщины, да, небось, дожили, там, уж, там, свои, там, 30, 40, 50 лет, 60, 70 лет, сколько вы меня смотрите, какой возраст у вас, вы-то, небось, не умеете макарошки готовить, у тети Оли вот на канале рецептик есть, заходите и учитесь, казанок требуется вам, лучок, морковочка, ну, там, все это, грудка куриная, макарошки сами, тетя Оля хоть вас научит готовить макарошков, и вообще, вот, кстати, ребята, большое спасибо. Но тетя Оля это как бы говорит, а я просто повторяю. Вот всем, значит, хорошим комментаторам, всем, кто хорошо поддерживает, отзывается. Я так понимаю, что они хорошим комментаторам, что не спасибо, или как получается. Или, и вообще, где-то грань проходит, как тетя Оля опять что-то говорит в ролике про то, что, ну вот, пишет, говорите, куда нам столько еды, типа, а у вас, ну, типа, по себе не судит, она говорит, тетя Оля, Но это не касается, тут прям со фактом сразу подключается, тетя Оля прям вместе. Это не касается комментаторов, да. А кого касается? Обзорщиков касается там, да. Да и по большей части, как бы, люди комментируют, что куда вам столько еды. Или знаете, как получается? То есть, сейчас ты вроде как бы хороший комментатор, там, да, но если напишешь такие слова, ты перейдешь в разряд нехороших комментаторов. Все, тетя Оля тебе спасибо не скажет. Поэтому пишем хорошие вещи, чтобы тетя Оля говорила спасибо нам. Вот. И вы вообще, как бы, знаешь, это такая тетя Оля, ну, взаимосвязанная, как сказать, обстановка, ситуация. Вот если не будет комментариев, да, даже плохих комментариев, если сколько у нее там хейта, даже 30% вот ее там комментируют в таком плане, да, в ключе. Если этих не будет комментариев, будет меньше денежка. Меньше денежка будет, соответственно, на машинку уже Сафару на джипчик не заработать, там, да. Сафар, ты хочешь большую машину, там, сам же сказал. Ну, как бы, джип, наверное, так понимаю. Ну, или просто какой-то там, может, фургон, грузовик, газель, там, тетю Олю возить. Я не знаю даже, какую он хочет машину. Причем тетя Оля говорит, и неплохо бы и АК, и Матис. Я вот прям сразу ситуацию так представляю. Во-первых, как бы эти машины не совсем большие. Как туда садиться? Вот, например, на переднее сиденье, ну, поставят они тут сумки, там, туда-сюда. Тетя Оля будет назад куда-нибудь садиться в этом, в машине, там, в АКе, там, будет залазить там, да, это. И вообще лучше двухдверную тогда уж, ребятам, двухдверную, там, сиденье назад, тетя Оля через сиденье, через заднее полезла туда назад, ну, чтобы там лечь, поудобнее, там, сесть, как бы, знаете, вот так, как бы, широко, ну, как бы,
как широко, но вот так села, прям тут как бы села, ну, сюда, с этой стороны, тут прям обдувает, как бы, лицо вроде, и тут как бы хорошо прям, то есть, ну, место. Вот, ладно, и касаемо машины, я вообще, знаете, что подумал, вот, касаемо Акии, маленькая машина, вот, Матиза, тетя Оля говорит, тетя Оля, нет, такую лучше покупать и сразу какой-нибудь, там, Land Cruiser, там, ну, хорошую, там, машину, то есть, как бы, это, чтобы прям большая, там, я уже говорил, проветривание сидений, там, подогрев, там, ну, все, чтобы было, там, все было замечательно, а то, представляешь, вот, маленькая машина, это вот из той оперы, когда, вот, все, наверное, смотрели фильм «Полицейская академия», да, там, какая-то, вот, часть была первая, там, когда Хайтаур, как так его звали, главного героя, он такой крупный был там мужик, и он вот садился в машину, прям сиденье вырвал, там пару задних, точнее передние, и сел на задние, вот. Ну и чтобы такого как бы не было, чтобы, ну я имею в виду, у вас там все нормально, там вы влезете, там, понятное дело, но как бы лучше всего, конечно, сразу крупную. С другой стороны, конечно, Сафару учится, там, да, вот может быть и мелкая, там, как бы ничего было. Ладно, это вы сами решите, там, денежки заработай, сейчас ремонт у вас там, потом машина, хата там, да, и все будет, короче, чики-наки. Ну, ребята, ладно, вернемся к еде. У нас тут с вами великолепнейшая просто лапшичка, которая жарится на жаровне, потом она сверху ее закинула, воды сверху не залила в казан. Там, понятное дело, были испарения, все это тушилось там, но когда она, опять же, накладывала ее, как мне показалось, лапша была сухая. Лапша должна именно, ну, если уж хочешь, там, чтобы она была сочной, возьми, перемешай. Они же как плов, тетя Оля говорит, мы готовим как плов, там, боже упаси, там, наверное, не надо ничего не перемешивать, ничего. Там, а по итогу, что получилось, ну, какая-то, он ее накладывает, эту лапшу, там, она накладывает, тетя Оля, и она какая-то такая, прям, это, суховатая. Да ладно, это лапша, хрен с ним. Так еще ведь наготовить надо было окрохи. Взять, главное, кефир, вот, из кефира, приготовить окроху. Ребята, окроха, ну, это вообще просто, я вот так не понимаю, конечно, не знаю, если вы любите из кефира, нет. Я, если предпочитаю, то обычная окрошка, и то с квасом, не с таким, чтобы красный какой-то квас был, а белый хлебный квас, который готовишь или сам дома, опять же, если у тебя есть гуща, либо готовишь просто к бабушке, приходишь, которые бабушки торгуют, там стоят, на рынках сидят, да, у них этот квасок в бутылках 1,5-литровых, прям купил баклажечку эту, понятное дело, баклажечка, где она была, ну, какая чистота была баклажечка, когда наливалась, когда готовилась, это уже задний момент, про это лучше не думать, там, если я опять решил это скушать, там, но опять, можно купить такой же белый квас, продается в магазинах, его готовят, вон, пожалуйста, бабушкина лукошка, или как-то, я уж не помню название все эти, не такой хороший, там, с хреном продается, как бы, душистый какой-то квас, какой-то запах у него специфичный, там, да, но все равно, как бы, это будет лучше, чем ты это сделал с кефиром, причем сделали с кефиром окрошку, блин, там вообще просто, как она какая-то густая получилась, воды добавили, кефира, хотя бы минералки добавили, чтобы она была такая более какая-то газированная, не знаю, хорошо хоть огурцы не добавила морозовые, а то ведь она сказала еще, что я и пробовал раньше огурцы морозовые добавлять, я думаю, господи, это вообще, надо было, как я не знаю, вообще, вот это, как вообще, ну вот, как, я даже, нет, я молчу, я хотел сказать, это надо было что, о чем, как подумать, что ли, я не знаю, вот чтобы заморозить огурцы, это что, типа, купили холодильник, наверное, да, и там есть ящики свободные, два, но мы их забьем все подчистую, не оставим ничего, причем забьем, знаете, как, вот сейчас у нас яблоки есть, яблоки, бананы, вот сейчас все лежит у меня, вот, говорю, все заморозим, несмотря на то, что потом это будет считать так же стоить все там, еще по-дорожему к зиме, но все заморозим, и свое сдачи все заморозим, и там все, что на кусте было, все заморозим, вместе с ботвой прям. Причем тетя Оля говорит, тут же лук она не любит, такой морозовый, зеленый, я так понял, да, это... Что-то еще там она сказала, она укроп она любит, кажется, да? И, ребята, да наоборот, морозовая, вот, ну вот вы да, напишите мне в комментариях, что вы морозите. Да это зелень нету, вообще можно только так морозить. Наоборот, ты как раз вот зелень заморозить-то можно. Ну ладно. Что было, то было. Главное, по итогам всего, ребята, то, что видели, что было. Она когда, короче, ела, я думал, блин, положит мазик или не положит. И положила, красавица, мазик, кусочек хлеба. Ну, все, как мы любим, все жирненько, все сытненько, все вкусненько. Все, ребята, ладно, буду заканчивать этот обзор. Пишите свои комментарии, ставьте лайки. С вами был Егор Павлович Княжев. Увидимся с вами очень скоро. Всем до встречи, всем пока.